И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик целиком и полностью посвящен совсем скорому старту нового интересного турнира. Это любительский турнир на денежные призовые, как вы все, друзья, любите. Турнир с названием TOF Solo All Guns, то есть турнир TOF Solo со всеми возможными пушками, которые у нас есть в игре. Интересный и замечательный турнир организовывает мой, можно так сказать, подписчик, который даже состоит в клан теге Team Pointers. Олежа проявил желание сделать интересный турнир. Я, конечно же, рад ему в свою очередь, ну, как-то помочь, да, как бы туда-сюда, тыры-пыры. Ну, вы понимаете, короче говоря. Турнир с призовым фондом в 3000 рублей, как по мне, для TOF Solo это довольно-таки неплохие деньги, при том раскладе то, что первое место в свою копилочку забирает 1500, второе место 1000, третье 500 соответственно. У каждого есть возможность сыграть, почитать сначала изначально правила, которые лучше всегда, друзья, конечно же, соблюдать, дабы потом не было никаких сюрпризов и нюансов. Ссылочку я, конечно же, оставляю в описании. Записали довольно интересный видос с Олежей, где потестировали данный замечательный турнирчик. Я особо, наверное, даже больше и не знаю, что мог бы я сегодня прямо сейчас добавить. Все в видеоролике показано, как все происходит. Все правила, ссылка на регистрацию в описании находится, поэтому все, кого интересуют соло-турниры, все, кто участвует в соло-турнирах, обязательно переходим, регистрируемся и ждем старта интересного турнира. Все-таки это на призовой фонд на 3000 больше, чем в официальных турнирах. Поэтому желаю всем удачи, участвуйте, ну и желаю приятного просмотра видоса, который у нас получился. Здравствуйте всех! Сегодня у нас новоформатный, интересно, замечательный нагибаторский видеоролик, который приурочен к совсем скорому интересному турниру на денежные призовые. Сегодня мы обкатаем данный интересный формат. Это формат ТОФа только на всех пушках. Все дело выбирается вычеркиванием. Сегодня покажем, как это все работает. Посмотрим вообще, что у нас из этого получится. Надеюсь, вам видос зайдет. Если бы еще бы никакие картиночки и всякие эти не выскакивали, таблички о новом движке, было бы просто максимально великолепненько. Сегодня я буду катать с Олежей. Олежа, он же нагибаторский организатор данного замечательного турнира. Олежа, поздоровайся. Да, всем привет. Поэтому я думаю, что долго тянуть не будем. Сразу переходим к вычеркиванию тофов, да, скидывая, в принципе, в личку все возможные пушки. Да, по корпусам-то все понятно, в принципе. Там даже как бы и думать, наверное, мне не придется чисто там на изи каточке на викинге раскатать что-нибудь интересное. По картам тоже, друзья, вычеркнем, поэтому посмотрим, что у нас вообще интересное получится. Ты скидываешь карты? Так, карты есть. Карты, да, вот. Есть и вооружение есть. Так, ну как говорится, мне осталось только все это дело включить. Так, я надеюсь, что вам видно. Сейчас я быстренько еще попробую сделать так, чтобы экран был виден максимально весь. Так, о. И чуть-чуть побольше. Так, короче, давай по-быстрому повычеркиваем. Ну что, давай начинай. Начинай давай сначала с пушек. Пушки у нас все имеются. Я даже не знаю, на чем бы я был бы готов сыграть TOF Solo. TOF Solo и я. Я и TOF Solo. Два против одного. Ну это сложно, наверное. Ну, наверное, тут пойдем от самых изевых и неинтересных пушек выше. Минус огнемет. Ну окей, минус изида. Да, есть же там изида, есть, конечно, есть изида. Давай, по-быстрому, Олежечка. Организовывай. Что ж ты хочешь? Скажи мне лучше, что ты хочешь? Что ты хочешь поиграть, дружай? Что ты хочешь? Ну, можно было бы поиграть какой-нибудь страйкер. Давай, страйкер, давай. Посмотрим сейчас, что будет. Так, главное не сбиться, что я вычеркнул. Ну, понятное дело, у меня шафта нету, шафта я сразу черкаю. Там-то понятное дело, как бы. Есть одна замечательная пушка, на которой я бы сыграл бы вообще. И, блин, сейчас, может быть, как раз она и останется. Минус молот, минус гром, минус рик.
Фига ты даешь, конечно. Так, Гаус. Гаус ушел, да? Гаус, Изида, Шафт, Магнум, Рельса, Гром. Так, Вулкан, минус Вулкан. Давай тогда Вулкана уберем. И там остается что у нас? Твинс, Фриз, Смока и Страйкер, да? Больше ничего не осталось, если я не ошибаюсь. Далее же. Да. Фриз, Твинс и Страйкер. Сейчас остался. Да? Да. Вроде да. Так, Твинс. Подумаем немножечко головой. Фриз, Твинс, Страйкер. Так, ну я как бы на одном умею, на другом умею. На третьем не хочу. Давно не играл. Рисковать. Да ну и он нафиг. Вот это сейчас будет тофчик. Шоколадный, великолепный. Так, минус Твинс, мы играем на чем? О-о-о, тоф фриз. Тупо тоф фриз. Вот это я понимаю по папочке. Так, шоковая заморозочка отключена, да, правильно? Правильно? Шоковую нельзя. Обязательное устройство на увеличение дальности. Обязательное устройство? Насос повышенного давления. Обязательно? Да. Так подожди, это повышенное давление, это без заморозки, походу. А не дальность. Это с заморозкой, просто угол. А, ладно, короче, я не шарю. Меньше, на фрезе дальше. Вообще для фреза никакие устройства не надо для матчмейкинга, поэтому я не шарю. Так, короче, значит, играем фриз. Играем фриз. Что там по картам? Карты, давай я скину карты еще раз. Еще карты подкину. Так, ну давай, начинай так же, что ты. Молодые вперед, как говорится, что тут. Старые пердуны, давай. Пусть последние черкают. Так, минус зона. Так, одну карту я умею играть, вторую умею, третью умею. Четвертую не люблю. Минус ее. Песочек. Ну ладно, уговорил. Так уж и быть. Уговорил меня. Минус бумбокс. Остается что? Остается остров и... Остров и сандал? Да? Да. Значит, играем остров. Чё? Слабый я, что ли? Но остров играем. Все, создавай по-быстрому островочек. Вычерк закончен, да? Остров на фризах. Вот это тоф фриз, я понимаю, на острове. Это динамика. Вот это... Да игра сейчас пойдет великолепная. Катаем, конечно же, друзья, один раунд. Не будем мы катать больше. Я вообще не знаю, зайдет там вам подобного рода формата вообще видос. Плюс это все, конечно же, приурочено к турниру, поэтому... Мне лично самому интересно вообще протестировать и посмотреть, как это будет работать. Так, фриз. Да, я бы на адреналине бы сыграл, да, насос повышенного давления. Так, фриз на маленькой карте. Маленькая карта. Ну, блин, время экспериментов. Чем могу сказать? Время экспериментов. Так. И защиты запрещены, да, я так понимаю, защиты. Защиты на корпуса запрещены? Да, любые резисты, в принципе, и устройства на корпуса запрещены. Все, я понял, давай, надо создавать быстрее, время-то идет, дружанечка мой хорошенький, я уже готов врываться, готов просто на врывчики сейчас просто ворваться и вынести тебя. А у тебя отключены приглашения. А, ну, значит, конечно, у меня все отключено, но ты меня даже и не позовешь, в принципе. Ну, не знаю, стараешься, ну, не получится, что поделаешь. Так, остров, островочек. Нифига, так ты красиво там уже дроп контролируешь. Нарко ЗКД, да, все по красоте. И без МПК, да? Или с да, МПК? Конечно. Без МПК. Без? Да. Да, без. Без, интересно. Ну а если еще без резиста 20%, то еще лучше. А, блин, да я забыл. Это же 20, оно же не спасает, если что. 20 вообще не спасает никогда, так что, ну, ты можешь не переживать, как бы, ну, там ничего такого страшного, в принципе, нет. Мне только приглас надо еще раз. Желательно побыстрее, чтобы я хотя бы задавить все успел. Так, 37. Так, ну короче, я свою тактику уже придумал, галактику. Сейчас буду тебя разваливать просто. Супер тактика уже есть в моей голове. Так, этот фриз вообще сильно морозит? Ну, как всегда все. Ну, сильно, да, короче? Ну, если фул баллон садить, то, может, заморозишь. Ну, понял, ладно, хорошо. Так, дал, прожал. Так, байт удался. Нормально, поехали.
Так, ну а теперь уже игра начинается интересная. Так. Ну посмотрим. Не знаю, что у меня, конечно, друзья, из этого всего выйдет. Но я надеюсь, что что-то нормальное получится. А чё он вообще не морозит? Ё-моё, что я взял за шляпу? А, найс, изи-катка. А чё такое? А чё с лицом? Олежечка. А чё с лицом? Олежа, пока, Олежа! Хорош. А я заморозил, а ты нет. GG, вот это мой формат. Тупо мой. Вот я готов разваливать любого на фрезе. Вот фриз это моя темочка. А только я на лес сейчас уйду. Моя темочка. Ладно, я пошутил насчет моей темочки. Один, один. Так, ладно. Гон, давай попытаемся. Сейчас. Что-то придумать. Не знаю, что мне из этого. О, хорош, миночка рабочая. Рабочая миночка великолепная. Так, флажочек полетел. Полетел. Тара-тара-тара-тара. Опачки. Стопэ. Бала. Да, что-то как-то я отлетел, честно говоря, очень быстро. Так, ну вас все равно мне дополнительно должен давать определенное преимущество. Но я надеюсь на то, что в этом плане все будет дуже добро. Найс, он их хп оставил. А теперь это мой увезенный флаг, правильно? Я думаю, что да. Я же резко быстрее. А, нет, не может. Не понял. Зеленого флага не будет. Но все равно, я думаю, что это все же будет намного интереснее, чем я буду катать на викинге, правильно, друзья? Плюс у вас есть уже дополнительная возможность что-то интересное попридумывать, поэкспериментировать, а не играть на старом дефолте, на обычном викинге. А тут уже васпик с ближнебойной пушкой. И это уже выглядит куда интереснее, как по мне. Очень плохо, что я его не заморозил, честно говоря. Я вообще не понял, как это произошло. По идее, я должен был нормально заморозить. Но что-то пошло не так. Ладно, сейчас колом встанет мой кореш. Олежечка, постой там. А, делится респан. Такое делитится, конечно. Такое. Но он все-таки... Я думаю, что проверял все это дело. Тестил туда-сюда. Но на фрезах, конечно, жестко. Я, конечно, мог викинга одеть, но это было бы точно неинтересно. Это было бы однокалиточно. А может и не однокалиточно. Но точно делитов было бы дофига и больше. Если даже тут он делитится. Но это был очень печальный делит, потому что это плюс доставочка, Олег. Вот, смогу я только похвалить за такой делит. А, плюс васп, понял. Ну окей. Плюс васп, это хорошо. Это еще плюс флаг. Да, Леш, аптечку забрал, молодец. Успех. Успех. А, я понял, еще и плюс лаги. Вообще великолепно. А ты, походу, разваливаешь, дружанечка. 5-3. Ясно. О, найс. Еще и плюс флаг. Походу дела. Если я доеду. Если я доеду, блин. Че это повышенное давление? Дальность еще плюс у фреза. Какая ему дальность, боже, ему и так там этого дальности за дофига будет. Куда там дальность-то дополнительная нужна вообще? Так, 5-4. Олежечка заделитился. Соответственно, у меня появились дополнительные шансы на развал кабины. И мне надо попытаться реализовать сейчас мое дополнительное преимущество. Оп, оп. Ай, 0 хп. Блин, чего вообще не морозит этот фриз? Давай, заделись до доставки, как я учил. Не? А,
Понял. Я забыл совсем про мину. И эта мина стоила мне флага. Вместо того, чтобы поставить еще один, я просрал флаг. Боже. Ептить я бот. Ептить я бот нулевый. Ну ладно, ничего страшного. Это все-таки топ фриз. Так, ну там минка, наверное, 100% стоит. Но какие-то мины-то я читаю. Как открытую книгу. Так. Ну, крутиться это, конечно, жестко. Базара нет, 6-6. 6-6 крутится. Поймал КД расходки. Еще и башня. О, найс. Найс. Такие моменты я люблю. Плюс доставка халявная. Пусть что кто-то не прожимает аптечки. Люблю, когда кто-то не жмет аптеки. Найс, 0 хп. 0 хп. Чего сейчас было? Вы чё, рафлируете? Да ну нафиг. Я вообще не понимаю, как работает этот фриз, друзья. Да ну нафиг, что это было? Какая у него дальность вообще дикая? Я не привык с таким играть фризом. Дальность большая, заморозка вообще не морозится. Ужас какой-то. Так, найс. Я понял, как играть походу с ним. Походу это легкая катка. Бля, ну Олеж, ну дважды ехать сливаться, это глупо. Это глупо. Это глупо. Так, 9-8, 3 минуты до конца, надо выигрывать. Надо выигрывать. Обязательно надо выигрывать. Обязательно надо выигрывать. Блин, ну он меня ставил. Коробку. Конечно, зря я это сделал. Надо ее забирать. Блин. Че я сделал, боже, зачем? Зачем я это делал? Как же глупо я сделал сейчас. Так, быстро заморозочка, снимайся, пожалуйста, давай, едь, Васп, едь! Ну газуй, давай, езжи. Найс, так, 10-9, 2 минутки, нормально. Нормально, я что-то подрасслабился, надо было не расслабляться, надо было вот играть, как играл, так и было бы вообще все по красоте. Что-то я подрасслабился. Никто не играет мне на руку. То, что я расслабился. Так, на передашке стоит, конечно, сильная тема. Когда я бить начну первый. Да, Олежечка. Как говорится, скилл на фризе не пропьешь. Фриз на то и фриз. Что это, имба? Жесткая. Так, плюс минка. Блин, это невозможно. Это Unreal. Это Unreal. Если бы ты бы знал бы, сколько у меня хп, думаю, ты бы уже давно бы меня запушил бы. Одна минута до конца. Одна минута до конца, минута до конца, минута до конца. Хорошо, что я объехал минку. Нет, 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 нет. Блин, ну жесть, как же жестко решает расходка, конечно, тут. Кулдаун и просто GG сразу. Сразу GG. Так, там где-то была минка, и надо ее не поймать. А, все понял. Где минка? Чего? Найс. Просто урон не наносился. А люблю игру. Тупо. Плюс фарт дроп. Плюс по красоте. И теперь можно пытаться еще один ставить. Найс. Найс. Давай. Бля, почему так происходит? Почему? Почему я морозил, а ты? А ты? Блин, да ну, это бред какой-то. Я вообще не понимаю, как работает этот фриз. Поэтому, друзья, если будете играть
турнир. Не играйте на фризе, что фриз. Какая-то полнейшая дичайшая шляпа. А Олежа просто просидел, молча проиграл. Ну ты, конечно, красавчик, просто красавчик. Олежа, может, хоть что-то скажешь? Не? Или больше ты не разговариваешь? Ну, на фризе, кстати, нужно было просто пропадать, мне кажется. Да не, шляпа полная. Фриз, шляпа полная. Мой вердикт, потому что здесь очень много рандома, и еще момент был, когда у меня вообще фриз не наносил урон. Поэтому я считаю, что это, ну, ненормальная темочка. Поэтому, друзья, регистрируйтесь, начинайте тренироваться, разминаться, выигрывать замечательные призы. Если понравился видеоролик, обязательно, друзья, не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и ссылочка на все это замечательное движение, конечно же, в описании на турнир. Олежечка, я не знаю, что мотивирует человека, но ему, наверное, это интересно, делает замечательный, интереснейший турнир. Если бы я, конечно, сегодня выиграл, у меня бы настроение было бы намного лучше. Но 12-12, это так печально. Всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.